Уважаемые инвесторы, 17 июня 2024 года на экране криптопара Nibiu или нет. Короче, так, мне подписчик тут написал, сделайте, пожалуйста, прогноз по Radiant, я его сделал и Nibiru. Не знаю я, что это за актив, я задал, значит, я поэтому вам всегда говорю, как важно мне, значит, тикер. То есть мне очень важно, чтобы вы писали всегда тикер. Вот, я так понимаю, я просто сейчас буду делать прогноз по Ниби, как он есть, Ниби QSDT, вот и все. Вот. Я не знаю, то есть, вот, чтобы вы вообще на будущее понимали. Когда вы видите вот такое, да, то здесь никакой прогноз сделать невозможно. Здесь абсолютно ничего никто прогнозировать не может. Здесь могут прогноз давать только те, которые создали данную криптовалюту, хотят загнать туда, так сказать, толпу, массу, да. Они туда свои деньги вложили и все. И проект сдулся просто-напросто, и ваши деньги испарились. Вот. Ну, то есть, так же, как вы и мечтали разбогатеть быстро, так же вас просто быстро и опустили. Вот. То есть, тут нужно понимать такие вот. И когда я раньше, когда-то, да, я тоже вступал вот в подобные такие проекты, да, где-то что-то там, кто-то там написал, порекомендовал, вот сейчас будет взлет. Ребята, открывайте всегда график или вообще вот просто хотя бы актив, где он. Если вы видите вот такую шляпу, ну как здесь, что тут можно прогнозировать? Ну ничего, здесь локально нисходящий тренд, глобально нисходящий тренд. Тут нет никакого роста, и его, скорее всего, никогда не будет. Вот. А если вот сейчас перейти прямо на мелкий фрейм, так, ну вот здесь, так, здесь можем ожидать рост. Так. Здесь цена может быть, значит, так, она вот сюда, если придет сейчас к отметке 0 и 136 тысячных, отсюда она может откатиться, оттолкнуться, прийти к отметке 0, 146 тысячных. Так, это первое, что вот можно прям на мелком фрейме. Что там будет глобально, глобально, я не знаю. Обычно такие проекты сдуваются и все, и деньгам капец. Так, здесь явно нисходящий тренд. Вот. Ну, максимум, если с минутного фрейма и садите с графика прям минутного фрейма, то максимум может быть, если так, да, то предельный уровень FIBA у нас на 0 и 154 тысячных. То есть, возможно, сюда цена придет. Вот. А возможно, цена развернется уже вот здесь и пойдет ниже, да, то есть это вот, так скажем, вот этот прогноз, он маловероятный. Ну, хотя он тоже, ладно, я его все-таки оставлю как прогноз. Вот. Поэтому дальше 15-минутный фрейм. Вот. Ну, здесь что? Нисходящий тренд, все. Тут какой рост? Тут роста никакого быть не может. Вот. 30-минутный фрейм. Вот. Так, 30-минутный. Ну, если в принципе, ну, подумать наперед и пофантазировать, что это возможно паттерн на продолжение тренда, то можно помечтать, что цена пойдет вверх к отметке 0 и 167 тысячных. Так, то есть, вот, но опять-таки это риск, да, риск. Если есть возможность продать с маленьким лосем, не знаю, блин, я, наверное, бы, да я бы даже и не покупал бы такой актив, потому что, ну, у него даже роста нет нигде, да, то есть вот, ну нет, это не бриллиант, это, возможно, это фигня какая-то. Так,
Возможно, бриллиант. Возможно, три. Возможно, он третье дно, тройное дно сформирует, если выйдет. Давайте так скажем. Так. Да. А то он может, имеет право здесь развернуться, пойти вверх. И если он выйдет, цена, то есть выйдет за пределы 0,140 тысячных, там опять стукнется о 0,140 тысячных, и тут видно будет такой толчок, то что да, то да, цена может прийти к отметке 0,166 тысячных. Вот, то есть в принципе как бы надежда умирает последней. Вот. Цена может также имеет право, допустим, прийти сюда к отметке 0,127 тысячных, сформировать здесь третье дно и только потом выйти вверх, допустим. Да, то есть это тоже нужно учитывать. Вот. Поэтому не знаю, не знаю. Тут прогнозировать особо так нечего. То есть вот такие активы, они довольно-таки опасны тем, что вы можете выиграть миллион, но этот шанс на миллион, он у вас один на миллион. Вот, то есть с большой вероятностью уже на вас или на нас, так скажем, инвесторах, да, вот здесь уже умные ребята, они заработали, потому что видите, здесь какой толчок был. Вот здесь где-то ее там майнили, вот, и произошел толчок. Даже не вижу процент, но это так, соотношение, произошел толчок на 1500%. Ну, блин, нехило. Вот, после того, как заработали, кто-то заработал, да, то есть там 2-3 человека заработали, вот, обычно там 1, 2, 3 кита зарабатывают, вот, остальные все потом сидят, 30 лет сидят в минусе, вот, поэтому мой прогноз такой, что, скорее всего, возможно, ну, и еще можно 30 лет просидеть тут в минусе, а возможно стрельнет, вот, а все. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.